что эта дата совпала с выходом нашего нового сборника. Но прежде чем перейти к основной программе нашей встречи, давайте вспомним, как все начиналось. Ровно 5 лет назад, 25 октября, мы собрались в мастерской поэта и художника Ильдара Файзулина, картину которого вы можете сейчас видеть на экране. Эта картина написана в уникальной авторской технике, в ковровом стиле. Дело в том, что Ильдар, одна из бабушек Ильдара, по происхождению иранка, персиянка, и вот таким